известно, что многие химчистки используют в своей работе именно вот такой вот степлер клипер Ачи, и скобы к нему идут, вот 702, либо он правильно называется, видимо, Ачи клипер 702, фирма клипер. Сейчас посмотрим, как он выглядит. Но я точно знаю, что такие степлеры используют прямо все-все-все химчистки практически. Он, смотрите, аккуратно упакован. Такой пакетик. И сейчас посмотрим сам степлер. Но это, конечно, смотрите, какой красавчик. Блестящий, новенький. Очень комфортный, удобный, для всего тяжелого трудового дня подходящий. Если кто не знает, как правильно, то читается правильно Ачи. Не АС, не АСЭ, а Ачи. Очень удобно, комфортно и быстро работать. Похож на какого-то такого крокодильщика или на из фильма «Чужой».